Международные новости на UN One. Российские депутаты выступили с предложением обязать все средства массовой информации, имеющие более 25% зарубежного финансирования, регистрироваться как иностранные агенты. Это уже не первая попытка внести соответствующую законодательную инициативу. В июле 2012 года в Госдуме был зарегистрирован законопроект, обязывающий СМИ отчитываться о получении иностранных грантов. В ответ на критику правозащитных организаций авторы законопроекта заявили, что к этому шагу их подтолкнули события в Украине. По их мнению, к политическому кризису причастны СМИ, финансируемые из-за рубежа. Кремль систематически предпринимает попытки ввести цензуру и ограничить свободу слова в стране. В 2013 году Павел Дуров, основатель социальной сети ВКонтакте, являющийся российским аналогом Фейсбука, продал свою долю компании и подал в отставку, заявив, что чувствует угрозу со стороны кремлевских чиновников. Незадолго после этого последовало увольнение главного редактора, широко известного новостного портала «Лента.ру». Причиной этого стало интервью журналистов издания с главой киевского отделения правого сектора Андреем Тарасенко. Представители Amnesty International назвали внесенный законопроект попытками российского правительства притеснить гражданское общество. Многие организации, имеющие зарубежное финансирование, отказались регистрироваться в качестве иностранных агентов. Инициаторы законопроекта намерены добиться того, чтобы Министерство юстиции имело возможность вносить организации в список без соответствующего решения суда.